Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, а это снова Рафт. Я записываю его каждый день, а выходит он через день, а потому что стримы там по Elden Ring, а потому что хочется пройти разом и особо не растягивать. Так вот, а в прошлый раз мы что делали? Что у нас, восход, закат. Так, это я уберу сюда. Вода у меня есть, еду я взял. Хотя можно сделать, наверное, вот так вот. Раз, два, три, четыре. А, это значит, я наливаю и сюда вот это все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Окей. А, 10 раз сюда залил, все нормально. Так, дальше. А, значит, это скоро у меня сломается. У меня где-то должно быть новое, вроде как. Да, есть новое. А, о, секундочку. Так, это значит, готовые вещи. Раз, два, три. А, стрелы где-то здесь хранились у меня. Или подожди, где-то хранились. Так, давайте сделаем вот что. Я стрелы вот так вот вытащу. И переложу их вот сюда, вот потому что здесь для них самое место 100%. Так, раз, два. Вот, чтобы не путаться. Дальше, хлам. Так, много рыбы. Рыбу надо пожарить чуть-чуть, потому что вроде как кончается. Но это не так страшно. Так, раз, дальше. Т-т-т-т-т. Дальше эту рыбу давайте сюда вот уберем. Она сюда не убирается, ну хорошо. Тогда пусть валяется в рюкзаке, ничего страшного. Дальше, воды нужно наполнить нам Индржиху, потому что он, возможно, сдохнет с голоду. Так, окей, воду налил, работает, поливает, это все нормально, все с ним хорошо. Дальше, это значит вылить. Нахер не надо нам. Предлагают мне, значит, в комментариях обделать плод железным, этим, железным кожухом, как это говорится, правильно? Железным, короче говоря... Вот этим всем, чтобы акула не грызла. Так это сколько надо железа где-то найти столько? Это невозможно. Да, кстати, у меня же есть вот здесь вот доска. Я могу все это собирать, могу все это взять и потом обратно посадить. Но это нужно будет поливать, по-моему. Так, убрал. Семечко давайте я обратно посажу. Вот так вот. Это нужно полить. А, пресная вода нужна, серьезно. А зачем? Зачем тебе пресная вода? Это что это вдруг? Что это вдруг? Так, окей. Ну, я чуть-чуть плесну сюда, хорошо? Вот так вот, все. Чуть-чуть плеснул, остальное себе. Так, что у нас по акуле? Акула жарится, еще 4 куска сюда не влезет, но ничего страшного. Я думаю, что вот так вот еще нужно сделать. Раз. И вот так вот, чтобы это нам не мешалось. Так, в инвентаре ничего лишнего нет, кроме чертежа, который нужно, я не знаю, куда-то спрятать опять куда-нибудь... Куда-нибудь дело не будет мешаться, пусть лежит здесь. Я не знаю, для чего эти чертежи нужны. Мы хоть раз посмотрели, они есть, все нормально. Так, вот хилку поставлю, мало ли пригодится. Убери ее из рук, убери из рук. Вот так из рук убрал. Значит, акула вроде не нападает. Нам сейчас нужно идти на кран. Там можно было куда-то слазить еще повыше. Там была какая-то лестница. Поэтому давайте слазим и сразу, соответственно, выполним задание. Скорее всего, нам сейчас дадут координаты нового острова. И мы на него, естественно, поплывем. А что нам остается? Молодец, блядь. О, тупик. Нет, не тупик. Не надо. Пошла нахуй. Оно тебе не нужно. Оно тебе не нужно, я к тебе готов, 100%. Не выебывайся. Так, опа. Так, там пожарилось. Давайте сразу заберем и поставим жариться еще одну. Чтобы она по чуть-чуть кончалась, эта рыба. Так, раз, два. Хорошо, там есть доски-то? Доски есть, значит, будет жариться. Так, обратно убрали и поехали. Поехали на кран. Я не знаю, что там были за зеленые точки на радаре в самой первой серии этой финальной эпизодки. Но, возможно, там что-то лежит. Возможно, что-то дополнительное, а возможно, что-то просто чисто по приколу. Не знаю, посмотрим, если будет время. Нам бы, на самом деле, реально сделать бы второй движок, но я не вижу в этом смысла и объяснял почему. Потому что я никуда не тороплюсь. Она полигонечку, моя байдарка, это плывет, и, в принципе, ничего страшного не происходит. Можно, конечно, поставить второй, но это его нужно крафтить, там сколько на него ресурсов надо где-то взять, набрать. Плюс ко всему надо еще и досок на него также больше где-то брать. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, если будут лишние ресурсы, то сделаем. Если не будет... Что такое? Если не будет лишних ресурсов, то делать не будем, и париться с этим тоже особо не стоит. Мы в этой игре с тобой переделали уже все, перекрафтили все, что можно. То, что здесь добавили каких-то новых там непонятных приблуд, меня не особо, опять-таки, не интересует, потому что это...
выключился монитор, во-первых. Потому что это, ну, такое, знаешь, чисто, если ты хочешь прям что-то здесь жить долго, что-то делать. Мы пришли в финальный эпизод посмотреть сюжет. Это, по идее, все, что нас сейчас с тобой интересует. Я не знаю, может быть, тебя интересует больше. Может быть, тебя интересует построить очередную непонятную хуйню для огромного плота двухэтажного семимильного. Но меня это не особо интересует. Так, где-то здесь еще была лестница. Подожди. Сказали, что где-то здесь наверху еще есть какая-то лестница. Точнее, не наверху, а наверх. А, вот еще лестница. Да, действительно. Я и не заметил. Так, еще у нас здесь еще одна лестница еще выше. Блин, а как же я мог это не заметить? Я, наверное, ее просто перепутал с той, по которой залазил. Но вполне себе вероятно, потому что не ожидаешь куда-то выше чего-то. Так, еще одна записулька. И еще один чертеж. Электрогриль. Ебать, ковырять. А, подожди, а где я взял... А, электро... Это нужно батарейки на него крафтить? Серьезно? Это как-то жирно. У меня и на обычном гриле неплохо рыбка жарится. Тут еще электричество к нему надо подставлять. Люди ко мне заглядывают, но надолго не задерживаются. Почему? Потому что я краду их жалкие пожитки. Сегодня был какой-то мужик и мальчишка. Рубин и Детта. Они попали в шторм, им надо было починить это. Когда они уснули, я стырил у них целый набор инструментов. Примитивные, конечно, зато рабочие. Утром они так взбесились, что сразу отчалили. От умора. Хилериас, да. Ржачно. Окей. Не смешно, на самом деле, совершенно. Смотри-ка, сок лиана, хлам, железный свиток. Одно говно, короче, дают. Так, еще выше полезли. Мы сейчас заведем кран, и, наверное, из крана что-то упадет. Непонятно что, непонятно для чего, но, скорее всего, так и будет. Так, еще всякая приблуда ненужная. Ну, как ненужная? Нужная, но, в принципе, не особо. Возможно, как раз-таки из железных слитков и прочего мне как раз хватит, чтобы скрафтить движок. Потому что почему бы нет? Так, как сюда лезть обратно? Подожди, а как лезть обратно? Ага. Вот это очень опасно. Очень опасный спуск, нужно просто вниз ебалом клюнуть. Ага. Хорошо. Так, ладно, вроде все собрали. Ключ пошел. Кран завелся. Использую. Ну, я примерно так и предполагал. Я так и говорил тебе, что что-то где-то сломается и что-то куда-то полетит. Вот оно и полетело, поехали. Мне кажется, мы пока от акулы вверх всплывали, все эти этажи уже обследовали. Оказывается, что нет. Так, ладно, сделаем вот так, не знаю зачем, мало ли чего. Здесь среди этого груды мусора этой, как бы еще не пропустить. Бля, солнце, давай только не садись, ты же только встала, серьезно. Только же утро, зачем ты опять садишься? Опять становится темно, мне это не нравится. Подожди, а еще делается фонарь? Надо посмотреть, возможно, фонарь делается из батарейки, и батарейка, возможно, в фонаре это самая сложная... самая сложная деталь. Но у меня же есть пустая батарейка, которая разряжена. Я вполне подразумеваю, что ее можно использовать. Как бы так и сделаем, окей. Если есть пустая батарейка, которая, по сути, бесполезна. Но бесполезна сейчас, потому что у нас с тобой пока что нет зарядника для батареи. А он должен быть. Вот, зарядник для батареи я бы, наверное, сделал. Так, поднять ящик. Темперансе. Добавлена новая заметка. Варуна Point Historian. Так, это как там? L, F, J, T. Так, Temperance 93-39. Я бы уже начал скучать, но в последнее время хранилище занимает все мои мысли. Вода отняла его у меня, надо было действовать быстрее, у меня появился помех. А, подожди-ка. Это мы читали. А, к Temperance у нас ничего нет, все, понял. К Temperance ничего нет. Улучшенная батарейка. То есть она усиленная, что она дает? Подожди, это гриль. Питает электроприборы. Так, секундочку. Теперь бы еще вспомнить, где она делается, блядь. Так, у меня есть только обычная батарейка, а что с улучшенной? Или чертежи нужно добавлять в станок? Блять, вообще, мне вот не держится такая информация в голове, потому что это очень редко она происходит. Так, это я съел просто так. Хорошо. Нам дали координаты следующего острова, и теперь нужно плыть туда. Мы, собственно, этим сейчас и займемся. Так, овощной суп, объедки.
Так, а зачем мне объедки? Выкинь нахуй. У меня есть нормальная еда. Объедками я не питаюсь, извините. Так, раз, хорошо. И картошечку можно тоже съесть, раз. И арбузик можно тоже заточить, чего бы нет. Прекрасный арбуз. Так, это сюда. Это сюда. Болты, ладно, пусть лежат. Вот, в принципе, и все. С этим островом, получается, мы закончили. Поплывем к другому. То есть, получается, смотри, мы сейчас спокойно поплывем к другому острову. Вообще прям без каких-либо помех. И будем собирать и лутать острова по дороге. Знаешь, для чего? Для того, чтобы собрать себе досок. Возможно, титановую руду с помощью металлоискателя стоит поискать. Потому что это дело полезное. Так, а зачем мне это надо? Я не буду тратить копье. Пусть лучше это меня немножко покусает, но как бы я потом просто быстро восстановлюсь. Так, что по ластам? Ласт нет. Ласты закончились. Плывем дальше. По идее, доски сейчас у меня на двигатель есть. Блять, да как ты меня пугаешь. Доски на двигатель у меня сейчас есть, то есть на первое время поплыть нам хватит. Потом я думаю, что мы встретим остров и будет все нормально. Сейчас нужно разобраться с тем, каким образом делать улучшенную батарейку. Давайте попробуем засунуть это в верстак. Открыть. Изучено. А, так оно... Подожди-ка. Воздушная турбина. А, это учиться всему надо, ёбаный. Ты охуела, что здесь движок? Так, улучшенная батарея. Медный слиток, хлам и титану, и все? Так, смотри-ка, действительно, лобный фонарь можно делать с помощью... Подожди. Так, у меня есть титановые слитки, это раз. Где у меня молоток? Давайте-ка я, наверное, починю плот, потому что эта акула охуела совсем. Она мне все сейчас поломала. Так, как чинить? Вот так, ремонт. Нельзя, чтобы она здесь что-то сломала, потому что это уже совсем мои прям края плота. Это плохо. Так, ладно, она просто все сгрызла. Обычный кусок, нужен пластик. Я чуть-чуть дострою, чтобы оно меня не пугало. Так, пластик взяли. Вот тут надо достроить один кусок, ладно. И вот тут вот один кусок надо тоже достроить, потому что это уже прям получается сам движок, а сам движок терять нельзя. Ну и получается все. Так, это значит убери. Это значит положи. Это значит сюда-сюда. Так, это не сюда, это сюда. Чертежи. Сюда, сюда. Их, наверное, выкинуть надо, получается. Так, здесь у нас сюда, 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 сюда. Молоток сюда. Так, железная руда где-то была. Так, сюда. Блять, я ведь не видно половину. На панель уходит половина туда. Вот это очень неудобно. Так, это не сюда. Вот так вот. Доски. Нет, доски я, наверное, оставлю. Пригодятся. Так, коктейльчик. Коктейльчик у меня никуда не влезет, потому что места у меня уже нет. Это плохо. Это плохо, значит, уберу его вот сюда вот. Пусть лежит здесь. Так, ну пока вот так. Пока вот так, теперь, значит, соответственно, спать. Спать до утра, ставим координаты и хуярим. Почему у меня нет титанового слитка ни одного? Подожди, титановый слиток. А из чего он делается? У меня есть титановый слиток один. Ну. А, так его просто плавить нужно, что ли? Да, смотри-ка. Хорошо, вообще прекрасно. Тогда можем сделать прям сразу вот так вот. Раз. Потом железный слиток. И что там было еще на улучшенную батарею? Ага. Медный... А, 4 титановых слитка, ебать. И 2 медных. Так, ну ладно, 2 медных у меня есть. 2 медных, хлам. И 4 титановых слитка. Я ее поставлю вон туда, вон, на движок. Так, а еще делается, собственно, сам движок. Как его вообще производить? Это же так сложно все. Еще бы найти его где-нибудь. Зарядное устройство для батарей заряжает батарейки энергией ветра. Нихуя ж себе.
А, так это подожди, это очень выгодно. Ты просто ставишь, она просто заряжается. Это очень хорошо. Но опять-таки нужен титановый слиток. То есть нам нужно лутать острова. А где движок-то? Фонарик, кстати, у меня тоже был. Ну, для него батарейка нужна, да. Но мы можем сделать его без проблем. У меня есть обычная батарейка, если что, сделаем. То есть здесь ничего страшного нет. Микросхема. Пластик, сок лианы. Это тоже могу без проблем сейчас сделать. Так, вот штурвал, вот мотор. 5 железных лисков, веревка, микросхема и доска. Ну, как бы... Опять-таки, тоже ничего сложного. Железные слитки у меня полно. Веревки я наделал полно. Микросхему я сделать могу. Доски. Вот досок у меня так сильно нет, но типа будут. Короче, ладно, если не будет хватать. Там просто еще нужна дополнительная батарейка. Еще нужна дополнительная... Все. Я не хочу иметь так много проблем со всем этим. Так, а титановая руда еще есть? Есть. Раз. Два. Хорошо. Пусть пока плавится. Значит, ладно, убираю медный слиток пока отсюда. А на что я крафтил-то это? А, ну улучшенную батарейку хотел сделать. Тогда вернем. Тогда вернем. Значит, улучшенная батарейка. Это у нас... Блять, по категориям бы запомнить их. Ага. Так, уже все. Изготовить. Все, окей, у меня есть улучшенная батарейка. Это прекрасно. Значит, остальное я... Это убираю. Доски оставлю. Хлам убрал. Будем сейчас лутать. Будем сейчас смотреть. Будем все это собирать. Поехали. Так, какие координаты? 93-39. Так, поплыли. Это значит 1900 метров туда. Значит, нам сейчас нужно вот так вот чуть-чуть. И, собственно, поехали. Ой, нет-нет. Ага. Что не так? А, якорь, блядь, забыл поднять. Сейчас весь движок просто перегреется и сломается. Так, все, едем. Едем спокойно, сильно не надо. Можем, по идее, между домами проехать, и самое то прям будет. Все, давай, счастлива стройка. К тебе больше вряд ли кто-то приедет. Но если кто-то приедет, то как бы встречай. Я сейчас опять поставлю курс ровно туда, на эту точку, и выключу эту пищалку, чтобы она не жрала мою батарейку. Батарея, кстати, вот, видно, зарядку, я только заметил. Ну хуй его знает, я поставлю 2 мотора, будет очень быстро. А подожди, на этот-то как он? Подожди, на движок же не надо ставить батарейку. Батарейка же на управление идет. Туда нужно просто было доски подбрасывать и все. По идее, движок, наверное, давайте соберем. А, нихуя, это их придется оба движка, короче, просто постоянно останавливать, бегать. Но, с другой стороны, их можно поставить рядом. Не обязательно же, наверное... Блядь, она плывет, смотри, сука. Прям вот как видел эту падлу. Так, раз, два, три. Дальше, значит. Раз, два. Это мы убираем. Хорошо. Так, с маршрута. С маршрута не сбились, все прекрасно. Все, выключаю, плывем вперед. Так, смотрим еще раз. Мотор. Железный слиток, веревка. Веревка. Железный слиток. Веревка есть, микросхема. Сок лианы, медный слиток, пластик. Так, пластик. Медный слиток, сок лианы. Микросхема есть. Так, доска. А досок, кстати, вот и нет. Окей, значит, доски сейчас найдем по дороге где-нибудь. Тем более, вон у меня целая куча говна плывет. Нам это пригодится все. Так, что у меня по еде? Давайте продолжать жарить потихоньку. Так, это значит, подожди, сюда, это сюда. Это сюда, сюда, сюда. Это на крафт, это еда. Это вот так. А, подожди, досок, что ли? Нет, серьезно? Ладно. Пусть пока жарится.
Вот так вот я сделаю. Все, окей, просто плывем, просто ждем. Собираем, пригодится. Ящики, хуящики. Так, это все погасло, потому что нет досок. Плыть нам, по идее, не очень далеко, поэтому как бы не страшно. Увидим остров, припаркуемся, пришвартуемся, соберем оттуда все доски, соберем оттуда все, что можно собрать. Так, нужно пожрать. Окей. Вот так нормально. Так, хорошо, веревки, подожди, веревку надо тоже отсюда убрать. Веревка, блядь. Веревка. Мне очень не нравится, что все падает на панели. Это же так неудобно, просто обосраться. Это очень неудобно. Маловат, на самом деле, собирается, ну ладно. Сейчас я поставлю себе второй мотор. Просто, чтобы все успокоились. Просто, чтобы всем стало спокойнее. Можно пару до этого еще до кучи захуярить? Поплыли быстрее. Мне кажется, быстрее он не плывет. Я уж не знаю почему, но мне прям так кажется. Так, раз еще рыба. Дальше. Готовим эту. Акулы у меня прям очень много. Ее прям до хера. Прям только жри, жри. Так, мачете. Мачете ушло. Мы, кстати, можем вот так вот эти все овощи, по идее, это не выкидывать. А где крюк? Да ёпты. Вот крюк. Я думаю, взять его, не взять. Есть ли в этом смысл что-то ловить? Ну, бочки можно половить, по идее. Давайте половим бочки. Так, сюда. Вместо топора его пока можно поставить, ловить бочки. Что-то я все бочки просрал уже. Вот сюда надо еще поставить один кусочек этого. Где у меня молоток? Так, молоток. Пластик. Вот так. Так, пластик мне, по-моему, нужен, да? Пластик нужен для производства мотора. Островов не видно, это самое печальное. Причем надо остров такой, знаешь, большой, где можно реально и посмотреть, поискать титановую руду, которая, по идее, сейчас не очень сильно нужна. А так бы было неплохо. Так, сколько нам еще плыть? 1500 метров. Очень долго. Очень долго, но ничего не поделать. Так, еще 16 досок. Будем собирать, значит, все, которые вижу. Так будет быстрее. Блять, не поймал, серьезно? Да что такое-то? Это ты серьезно? Хорошо. Так, досок 11, еще чуть-чуть. Еще 9 досок, и будет второй движок. Который, кстати, нечем будет питать. Потому что сейчас первый сядет, а второй тоже надо чем-то заряжать. Я их поставлю, наверное, рядом. Вот только прикол в том, что если я... Блин, ну акула, наверное, к ним не подплывет вот сюда вот именно. То есть она, наверное, кусает только с боков. Я вот сюда вот его поставлю, чтобы их было просто проще выключать. Потому что если поставлю его туда, это придется очень долго постоянно бегать от места к месту, чтобы выключать движки. А это прям мне неохота. Опа, во. Окей, большой остров. Причем это остров, скорее всего, по сламами и еще с чем-то, потому что он большой, с деревьями, все прекрасно. А это никакой зеленый помеченный остров, например, нет? А, подожди, это зеленый помеченный остров, это прекрасно. То есть это большой остров, на котором можно много чего найти. Значит, к нему, собственно, и плывем. Вот так вот найдем, куда пришвартоваться, и будет прекрасно. Там мы и досок себе налутаем, и все что угодно. Там нужно прям по максимуму все деревья порубить. Топоров у меня вроде много наделано. Да, еще целых 3 топора у меня. На 3 топора можно много чего нарубить. Чего так мало кидаешь-то? Бля, летит акула сюда, смотри. Хорошо. Так, причал вон, по-моему.
Я так много лутаю, а досок вообще не прибавляется. Что за херня? Так, вот причал, значит, чуть-чуть к нему еще. На этом острове единственное, что плохого может быть, это большая птица. Правильно я помню? А больше вроде ничего страшного там не происходит. Ну, типа, большая птица нам ничего плохого не сделает. Так, 19 досок, еще чуть-чуть. Еще одна досочка, и можно ставить второй движок. Поставлю его реально вот сюда вот. Хотя логичнее, конечно, ставить его на другой берег. Точнее, вот сюда вот. Ну, или сюда поставить. Давай, чисто, знаешь, чисто для красоты. Чтобы было прям хорошо и красиво. Алло, блядь. Поставлю его туда. Ага. Мне кажется, ветром плавать быстрее, чем на моторе. С таким большим моим плотом. Плотом. Вот ты, бля, не падай, ну. А, нет, подожди, на большом же острове еще могут быть медведи всякие, по-моему, нет? Медведи точно были. Где-то, наверное, вот тут вот я сейчас приземлюсь. Там вышка, кстати, стоит. Приземлюсь, поспим. И пойдем с утра обследовать остров. Мне просто надо, чтобы был нормальный вход. Ебать, темнеет сильно быстро. Хотя можем, по идее, здесь остановиться без проблем вообще. Так. Вот так. Так, это пожарилось. Значит. Еще вот так. Так, нам нужно выкинуть, во-первых, все лишнее. А это значит именно. Блять, куда все доски делись? Я им заправился, или что ли? Так, две доски. А есть еще доски? Бля, дерево порубить. Хорошо. Все, окей, давайте ставим второй движок. Мотор. Изготовить. Ага. Вот так получается, правильно? Ну, получается так, да? Так, куда его ставить? На одну? Этот на какую? Подожди, убери его. На какую линию он стоит? Край у него вот на этой линии. Все, окей, ставлю сюда. Ставлю сюда. Направление вперед. Здесь тогда нужно будет достроить еще. Что это за звук, блин? Так, дальше. Что у меня по ненужным мне овощам? Раз, два. Крюк. Убрать. Топор взять. Каменный топор. Мне не нужен здесь. Мачете пусть будет. Так, все остальное я пока убираю, чтобы не мешалось. Слитки все. Киянка эта ебаная. Так, хилку оставлю. Воды надо, кстати, напарить сейчас. Это сюда, это съесть. Так, рыбу я куда дел? А, рыбу вот вижу. Окей. Значит, рыбу дальше. Пока что... Нет, вот сюда вот. Давайте здесь будет, типа, еда не готовая. Пусть лежит здесь. Что-то еще есть из еды? А, тут мясо еще есть. Ну, ладно. Не забудем, надеюсь, разберемся. Что еще убрать? Так, всякую хуйню, типа, пластика. Камни. Водоросли, хлам. Вот так. Вот это. Так, сюда можно, в принципе, готовую батарейку убрать. Вот так, чтобы не потерялось. Копье.
Копье одно тоже убрать пока не нужно, мне второе копье. Это мы слутали с тобой, когда били акулу большую перед ней. Мачете, топор. Еще топор. Я думаю, мачете, наверное, тоже не надо. Для чего нужно вообще? Зеленые насаждения. Ладно, пусть будет. Пусть будет. Это мы с утра пожрем, попьем, накопим себе энергии. Металлоискатель, секунду. Так, во-первых, лопата. Во-вторых, металлоискатель. Это чтобы найти титановую руду. Весло это не нужно. Сачок ловить жуков. Жуки мне тоже нахер не нужны. Сеткометом мы заниматься не будем. Но по идее я готов. По идее я готов к тому, чтобы пойти с утра покорять. Так, выпарилась вода, выпарилась. Давайте я пока не буду хорошие блюда тратить. Оставлю их на страшные какие-нибудь места. Ага. И ага. Так, ладно, поехали. Поехали, помчали. Пока рассветает, пока светло, пойдем лутать, пойдем смотреть. Мне кажется, у мачете урон побольше, чем у копья. Потому что когда акула нападает на плот, одного удара мачете хватает, а одного удара копья нет. Копьем приходится бить два раза. Почему здесь нельзя рубить березы? Это что же дерево? Здесь почему-то можно рубить только те деревья, на которых растут какие-то плоды. Манго, типа кокосы. Это как-то не очень хорошо, на самом деле. Вот же стоят огромные деревья. Казалось бы, наруби с них досок, блядь, хватит до пенсии. Но нет, надо искать, короче, деревья, на которых растет манго. Зачем это делать, хуй поймешь. Так, это что, пчелы? Вот видишь, вот это очень плохо. Так, баран, козел, ловить мы их не будем. Нам их некуда селить. У нас там Индрах один, король положения. Так, пчелы кусаются или нет, я не помню. Вот эти грибы, по-моему, можно собирать. А, это мед. Мед я соберу. Даже если я его не ем, он просто у меня будет уже хорошо. Мед же особо не портится вроде. Хотя нет, подожди, мед портится. Или не, я не знаю, подожди, мед обычно он в холодильнике лежит. Но когда-то давно он никогда в холодильнике не лежал и вроде не портится. Я не уверяю вообще, я не понимаю, портится ли мед. Так это, подожди, это может остров-то вообще не деревянный. Это может быть остров-то с животными, со всякой... Зачем он мне нужен, блядь? Мне не такой остров нужен был. Мне нужен был остров, на котором можно найти деревьев много. И не вот этих вот ебаных засоших, а на которые можно срубить. Не вот эти козы, медведи, ламы, шерстник. Она мне нахер все не сдалась. Хотя, подожди. Подожди. У нас же где-то было увеличение рюкзака. Вроде бы. Правильно? Осталось найти сам рюкзак. Можно, кстати, улей построить. И запустить туда пчел. Ты, блядь, издеваешься надо мной? Где рюкзак? Часы. Ой, зачем мне часы, блядь? Чем мне в море часы? Где рюкзак-то? Так, это навигация, это ресурсы. Снаряжение. Ну, в снаряжении же, по сути, должен быть рюкзак, не? Оружие, инструменты. Я что-то находил же для увеличения рюкзака. Перерабатывает база ресурсов в валюту торговых баз. Какие, блядь, торговые базы? Здесь будут какой-то онлайн-режим, что ли? Типа хранилище есть. И я не вижу рюкзака. Ой, да и хуй с ним. Нет так нет. Пойдем искать мои деревья. Сейчас самое важное, по сути, это доски. Подожди, а что я металлоискателем не металл ищу? Блять, медведь! Я же говорю, тут есть медведи! Я же говорю, тут есть медведи! Спокойно, здесь медведи здесь! Пошел нахуй, черт! Так, ладно, мачетом зарублю нахуй. Так, ладно, бьет он не сильно. С него дают мясо и, по-моему, что-то еще, да? А, кожу, ну да, мясо дают, кожу. Медвежью голову. Так, это нахер. Сразу, чтоб не мешалось.
Окей, копаем. Ага. И что это? Да, титановая руда, смотри-ка, есть. Ага. Сейф. Еще титановая руда, отлично. Здрасте. Такого еще не было. Это, может, торговая база? Бля, там робот сидит, серьезно. В натуре торговые базы. Это получается острова с торговыми базами? Окей, торговая база, репутация, уровень 1. То есть рыбу, которую я ловлю и которую у меня нет, я могу продавать. То есть здесь нужно, нужно ловить рыбу, чтобы зарабатывать монеты. Плюс монеты можно через этот переработчик зарабатывать. Наживка для рыбы — это для того, чтобы ловить рыбу, которую опять сюда продавать потом нужно. Что за пиздец? Клаксон, шкаф, менять цвет одежды, указывает на север. Так, это у нас открывается за второй уровень репутации, судя по всему. Взрывчатый клей. Прессованный мусор. Подожди, прессованный мусор — это от переработки, но при этом еще и нужна монета. То есть, чтобы здесь закупаться, нам нужно перерабатывать ресурсы в прессованный мусор. И кроме этого, еще и продавать ему рыбу, за которую ты получаешь и монеты, и репутацию. То есть сначала ты покупаешь обычную наживку, потом идешь ловишь рыбу, потом эту рыбу ему продаешь, получаешь за это репутацию и местные деньги, и потом уже торгуешь дальше. Интересно. Но ничего полезного, собственно, здесь не... Но это, по сути, знаешь, это для... Как его? Для того, чтобы развивать именно плод. Это для свободной игры, когда ты просто плаваешь, там, я не знаю, с друзьями, с подругами, со всем подряд. И просто выебываешься. Покупаешь темные очки, большую грядку, огромный плод строишь. Окей, это понятно. Здесь ничего существенно важного, но при этом много чего дополнительного. Бля, реально, на этом острове нет, короче говоря, деревьев. Это хуйня полнейшая. Я зачем-то просто налутал себе руды. Она мне нужна будет для чего-то, но не так, чтобы сильно прям. Опа. Я расстроен. Не такой остров. Я здесь реально ни одного дерева нельзя срубить. Убили медведя, блядь. Забрали меда и пошли. Да, нормальная вылазка. Нормальная, неплохая вылазка. Не работает. Здесь ничего не ловится больше. Чё пчёлки не кусаются? Меня просто тревожит вообще сильно очень. Пчелы же должны кусаться, нет? Я же их как бы тревожу. Я к ним как бы подхожу, ворую их мед. А им типа на меня насрать, да, абсолютно? Ну такие себе пчелы на самом деле. Не защищают совершенно ничего своего. Окей, больше здесь нихуя нет. Отвратительный остров. Для меня, по крайней мере, ценного здесь ничего не нашлось. Ну, кроме титановой руды, разве что. Все. Больше ничего хорошего. Значит, сейчас поплывем искать другие... искать другие доски. А что поделать? Ничего не поделаешь. Так, где эта ебаная акула? Я сразу приготовлюсь к ней. А, подожди. Здесь же еще можно водоросли полутать. Или здесь водоросли не растут? Водоросли, наверное, около обычных островов растут. Вот водоросли-то мне как раз-таки и нужны. Водоросли. Это что, тень?
Водоросли нужны, доски нужны. Вот это все надо. А вот то, что здесь торговец есть, дополнительные приблуды, это мне не надо. Где еще одна доска-то? Здесь водоросли я прям не вижу, их прям здесь нет. Есть хлам, вон можно собирать, но для этого нужен крюк. Но у меня этого хлама и так хватает, я не буду ломать крюк. У меня его и с собой-то нет. Да, тихо, не дури. Все нормально, мы рядом с поверхностью, не боись. Да, но хлама полно. Так, это медная руда, по-моему, правильно? И для этого опять-таки нужен крюк. Бля, крюк нужен, чтобы добывать руду, я хуею. Я вот этого вообще не помнил. Опять-таки, это от того, что игра выходит раз в два года. Попробуй-то что-то запомни. Так, это что за хуйня? Это, по-моему... Короче, это и то руда. Но этих руд мне не надо, потому что у меня есть слитки с них. По 20, по-моему, штук. И чтобы мне что-то сильно понадобилось, я прям в этом сильно сомневаюсь. Нам нужен обычный остров с обычными пальмами. Мы нарубим себе там досок, и будет все хорошо. Сейчас мне, по идее, нужно отшвартоваться. И нам нужно... Нам нужно было туда. Нам он в ту сторону надо. А мы сейчас повернулись вот в эту, это плохо. Ну, ничего страшного. Развернемся и поплывем. А может быть, просто остров обогнем. Так, давайте сначала все быстренько разберем, что я тут собрал ненужного мне. Гвозди, шарниры, руда, камни, руда. Как же ты заебался. Блять, ну... Мразь, блять. Так, стекло... Я стекло не сюда выложил. Нужно выложить мед. Так, что? Мед, кожу, мясо. Стекло надо выкладывать сюда. Это сюда, сюда. Доски в руках оставлю. Так, в посылке что? Шкаф для посуды. Очень прекрасно. Очень нужно мне, да, вот это дело. Так, это на остров раз, это на остров два. Где лопата вторая? Лопата. Так, это удочка как раз-таки для ловли рыбы. Топор второй мне не нужен. Копье. Крюк. Крюк возьму. Дальше. Картошка здесь есть. Так, вот это я сейчас выкину все нахуй в море. Зачем ты выкинул сюда? Да убери ты его отсюда, блин. Где третий чертеж? Вот так вот я сделаю. Я их все равно изучил, они не нужны, они просто мешаются. Так, картошка. Все, вроде лишнего, больше у меня ничего нет. Правильно, вот эту картошку можно съесть сейчас. И арбуз можно съесть чуть-чуть. И манго можно съесть, чтобы не мешались. А нет из этого коктейлей каких-нибудь? Картошка и 4 свеклы. Банан, манго, молоко. Нет, ну у меня максимум 4 свеклы может быть. Свеклы 3. Значит, картошку я пока трогать не буду. Оставим их для супа. Так, а еще у меня есть 3 мяса. Их нужно тоже, кстати, съесть. Значит, ладно, манго съел. Картошку съел. Арбузик съел чуть-чуть. Даже можно 2 арбузика съесть. И, соответственно, убрали его пока. Так, шапка нахуй ненужная. Еще один рецепт. Ну, пусть лежит. Так, хлам сюда. И типа спать. Правильно? Типа спать. Где еще мясо? Так, у меня вот здесь что-то было недожарено. Вот так вот мясо. Давайте вот это мясо пожарим. Да, пока что все. Значит, могу еще вот так вот сделать чуть-чуть сюда. Это убрать просто с панели, чтобы не мешалось. Это лечилочка. Хилочка-лечилочка. Так, раз, два, три. Поехали спать. И сейчас будем плыть на другой остров. Вот и все. Пожарилось. Очень быстро, между прочим. Так, у меня зачем-то очень много еды. Наверное, акулье мясо пока что выложу. Поедим медвежатинки чуть-чуть. Значит, что нам нужно сделать сейчас? Нам нужно сняться с якоря. Раз.
после этого, блядь, нужно каким-то образом развернуться. А он сам разворачивается. Отлично. Я ему даже помогу. Вот так вот. Помогу тебе, нет? Да, смотри-ка, я помогаю. Я охуенно. Ага. То есть, окей, плывем сначала резко назад. Потом поворачиваем туда и плывем дальше. Так, а у меня для этого-то есть доски? Есть, окей, заправил что-то. Но маловато. Сейчас пока назад плывем, что-нибудь соберется. Я так понимаю, мы сейчас полетим нахуй с первой космической с таким количеством досок-то, да? Так, все здесь тоже чуть-чуть заправил, больше кончилось. А, подожди, нам резко туда нужно? А, так это все меняет. Это все меняет. Тогда смотри. Мы сейчас поворачиваемся, получается, куда? Нам нужно повернуть? Вот сюда, ну вот сюда нам нужно повернуть. Но пока плывем назад. Так, как нам повернуть? Так подожди, я с парусом реально езжу так же быстро, блядь, как с движком. Нахуй мне второй движок нужен был? Я мог спокойно на парусе просто приплыть, да и все. Все, резко вперед. Значит, это я убираю. Это я подрубаю. Это я подрубаю. И мы помчали просто с первой космической нам. Ну, я бы не сказал, что мы сильно быстрее едем, но мы едем побыстрее, окей. Вопрос, для чего нам это нужно было, остается открытым. Просто быстрее плывем, и уже хорошо. Так, раз. Так, а это я еще не убрал ничего. Ищем теперь нормальный остров где-то, на который можно высадиться и нарубить, блядь, деревьев. Выключись. Теперь нужно просто пристально следить за акулой. Так, досок у меня вообще нет, да? Даже подстроить себе чуть-чуть плот маленько побольше. Хуярю прям на всех парах. Вот сюда нужно еще подстроить одну полосочку, чтобы было безопасно ходить около этих вот плавин. Потому что около них опасно сейчас ходить. Так, Индрик, живой? Здорово. Че как? Ха, че как? Нормально? Беги. Ебать, он упал. А че он только так мало яиц-то кладет всего по два? Почему яичницу нельзя пожарить? Или может? Так, где яйца убрать? Ну, типа мы плывем. Плывем, да, быстрее. Но я думал, что мы. В моем понимании мы должны были плыть еще быстрее. Просто два движка. При том, что один, когда он был перегружен, значит, он плохо плыл. А это два, значит, с нормальной скоростью, да еще и в два раза быстрее. Я думал, что он как-то так складывается. А он так, оказывается, не складывается. Так, раз. Два. Окей. Сейчас все, что собирается, будет. Будет собираться на движки. Я пытаюсь просто в панике посмотреть острова. У меня почему-то такое ощущение, что когда играет музыка, где-то что-то должно появиться. Либо остров, либо что-то. Но ничего не появляется, ну и похер. метров. Нам нужно, по идее, сегодня доплыть до туда. А у меня сегодня ни одной превьюшки не было. Ебать, ковырять это так можно вообще, нет? У нас сегодня с тобой реально ни одной... Мразь. Ни одной превьюшки сегодня не было. Что это такое? А что это такое? Подожди, тормози. Тормози, 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 блядь. Тормози, что это такое? Тормози. Что это за хуйня? Так, не туда. Блядь, не туда. Да не туда! Да как повернуть тебя? Ай, ты ебаный в рот.
Что это такое? Блять, он один не тянет ни пизды. А, это ледник какой-то, что ли? Бля, реально ледник. Катаюсь. Подожди, как его оплывать? Ебать, стой, не врезайся, подожди! Уйди нахуй отсюда! Уйди! Стой, подожди, не врезайся, не надо, успокойся, уберись! Ай, бля, упал. Подожди, а что это за ледник-то? А как мне его плывать? Так, ладно, плот потихоньку плывет. Сейчас быстренько изучим. Главное, чтобы он не убежал от меня далеко. Тут типа какой-то северный ледовитый океан начался или что? Это большой, да? Просто большой ледник. В смысле, высокий. Главное, плот не потерять. Все, останемся, блядь, без всего. Он чуть-чуть катится. Вот, смотри, раз и... Да, он едет. Едет вперед. Опа, что-то есть. А, подожди, это какой-то огромный остров еще. Да, блядь, мне не нужен огромный остров, мне нужен обычный. А это огромный еще и ледяной. То есть меня здесь ожидает большое количество помех при перемещении туда, куда мне нужно. Подожди, а если это ледник, то почему я плаваю и не мерзну? Сюда, по идее, можно заплыть прямо на плоту. На плоте, на плоте. Еще бы его догнать. Ну, водорослей-то вроде не видно никаких. Сука, плывет. Смотри-ка плоту к моему, падла. Где она? Вот она. Но это не то, куда я плыл, 100%. А хули он поворачивает-то? Кто им там управляет? Его акула угнала или что? Так, все, встали. Хорошо. Плот встал. Давайте я, наверное, сделаю пока вот так. Опа. Как много всего. Блять, ну идти туда далеко, на самом деле. Далеко, а что поделать? Просто сейчас оплывать будет довольно долго. Добежать, наверное, будет недолго. Ух, это что такое там горит? Так это может быть он, подожди-ка. А, так это он, наверное. Ну, 500 метров, да. То есть нам-то, по идее, нужно все-таки оплыть вон туда, вон куда-то. То есть нам нужно вот так вот. Без якоря. И куда-то туда. Ладненько. Давайте займемся этим в следующей серии. Пришвартуемся куда-нибудь поближе и будем искать, что у нас там. Так, это якорь, все нормально. Так что на этом все. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на телеграм. Комментируйте, ставьте лайки, звоните про колокольчик, ставьте там все уведомления. Всем до следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.